День народного единства. Как сейчас, так и тогда здесь возносились усиленные молитвы преподобному Сергию под канонаду вражеской артиллерии. Слово и дело Сергия Радонежского во времена смуты и лишений. Что происходит? Как будто сам Господь поражает наступающие ряды. Документальный фильм «Обитель Сергия» на последнем рубеже. 4 ноября в 19:05 на телеканале «Звезда».